На самом деле в календаре профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата. Официально в России Дня бухгалтера нет. Праздники бухгалтеров существуют лишь в нескольких регионах страны. Так, в 2001 году законодательное собрание Краснодарского края установило День аудитора и бухгалтера Краснодарского края, который отмечается в первое воскресенье декабря. От четкой и внимательной работы представителей этой профессии уверены чиновники, зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и экономика всего государства. Можно объект построить, можно его реконструировать, отремонтировать, но в зависимости от качества отчетов, механизма учета, от качества учета, согласитесь, очень многое зависит. От души хочется пожелать и поздравить с праздником всех наших сотрудников, которые занимаются данным видом деятельности. Хочу им пожелать крепкого здоровья, профессионального знания, изучения всех нормативных документов, которые бы они могли применять у себя на работе. Очень приятно, что краснодарское руководство и администрация нашего края так отметила наш труд. Самое главное в работе бухгалтера – это когда все отчет, дебет с кредитом, как говорится, сходится, и вся отчетность своевременно сдается в срок отслеживания нормативного законодательства в соответствии с изменениями. И все время надо на чеку быть, потому что все время все меняется, ничего нет постоянного. Сами работники сферы учета теперь не сомневаются, что бухгалтер – народ любимая, чтимая в России профессия. Ежегодное чествование счетоводов в Сочи стало доброй традицией.